Дорогие друзья, сейчас мы с вами находимся на знаковом событии. Буквально через час будет дан старт ГУМ ралли. Это очень известное и очень статусное мероприятие в мире ретро-техники. Я думаю, не только в России. Вы сейчас увидите, какие автомобили собрались на это соревнование и как организовано мероприятие в центре столицы Российской Федерации, в городе Москва. Очень круто организован стенд «Вечерон Константин». Посмотрите, в реальном времени чувак ремонтирует часы, обслуживает боевой «Ягуар» Russo Baltic Racing на подиуме. Обратите внимание, сколько людей, какие автомобили здесь все-таки представлены. Это, конечно, круто. Сейчас вам еще один продемонстрирую. Обратите внимание на состояние. Хрома у этого автомобиля, покраски. Это лакокрасочное покрытие. Офигеть. Просто офигеть. Людмила, удачи! Да. Спасибо! Удачи! Да, мы тоже, да. Глеб Рачко и Никита Рабухов на зиме! Вот выпуска 55-го года! Господи, помоги! Удачи вам, братцы! Да. Поехали! Который принял участие в Бурале, знаете? Уникальность его в том, что это не сручий мудр!